Добрый день. Мы запарковались возле обычного американского магазина, типичного, это Wagon Sale. Ну, скажем так, по ассортименту, чтобы было понятно по аналогии, что-то между нашим перекрестком и Ашаном. Но несравненно лучше по качеству обслуживания, по ассортименту товара, по ценам. Сейчас вам покажем. Вот эту тележечку мы купили на $76. Это, в принципе, хватает нам на неделю. Стандартные траты. Стараемся показать, что на $76 можно купить. Вот такая связка бананов, сельдерей, 6 штучек помидорчиков. Откладываем. Другая сумочка. Уже порезанный салат. Баночка с таким вот творогом. Огурчики маринованные. Две упаковки копченых сосисок. Две баночки с йогуртом. Кстати, сразу вам скажу, продукты здесь отличаются по вкусу. Что-то совсем не похоже, что-то гораздо вкуснее, что-то чуть-чуть другое по вкусу. Вот такие вот огурцы. Кстати, они в Америке совершенно другие. Нас немножко начали шокировать вот такие вот фаллические огурцы. Тем не менее, они вкусные. Производятся они в Мексике. Это очень приятно. Редисочка. Лучочек. Петрушечка. И вот такая она связочка свежей кукурузки. Кукурузка американского производства, очень сладкая. Варится практически очень быстро у нас. По сравнению с нашей кукурузой, она очень сладкая. Не знаю, может, конечно, селекционеры постарались. Но она вообще практически сладкая-сладкая. Идем дальше. Хлопья на завтрак. Такие вкусные штуки, типа печенюшек. Соленый попкорн, мы сегодня будем фильм смотреть. Еще вот такие вот закусоны к пиву. Жвачечка. Кстати, жвачка есть больше упаковки. Кто детство помнит истории про то, как в Америке много с жвачкой. Все правда. Жвачки просто завались. Всякое разное. Идем дальше. Молоко продается в такой распаковке, очень удобно. А сейчас была распродажа. Вот такая бутылочка молока стоит $2.60. Курс пересчитывайте сами, я не знаю, какой сейчас текущий курс в России. Яйца продаются дюжинами. Нарезки два вида. Это у нас индейка. Подкопченная натуральная. Чай Твинкс, очень хороший. Дальше пошли кусняки. Ну, это у нас сырочек нарезки. А вот кусняки. Хершес, это вот такие касательные штуки. Розбиф. Мороженое. Прикольно. Вот это я не знаю, что такое, мы взяли попробовать. Написано что-то мятно-ментоловое, но что это, не знаю. И вот такие два новых батончика. Мы каждый раз, когда идем в магазин, глаза разбегаются, мы покупаем какие-то новые штучки, чтобы попробовать. Было понятно, что это такое. То, что все перепробовать невозможно. Для того, чтобы все перепробовать, если это жить не один год, то тогда может быть перепробовать все. Идем дальше. Вот такая баклажка сока. Это микс. Апельсиновый, лимонный и тенджерин мандарин. Да. Стоит тоже где-то $2.60. Здесь галлон, это приблизительно 3,75 литра, да, ну практически 4 литра, считайте так. Ну и, наконец, самое главное, будем смотреть вечером фильм, вот такая упаковочка пива, местная. С пивом тоже здесь полный порядок, вот такая штучка из 6 бутылочек стоит $5.60. То, что мы показали, это вся остальная тележка, это $76, цент в цент. Делайте сами вывод, насколько здесь жить дешевле по сравнению с Москвой. Удачи!